19 марта – день обновления. В рядах госслужащих, можно сказать, оно тоже произошло. Сегодня здесь принимают новобранцев. В преддверии Наурыза на заседании Совета наставников молодые госслужащие произносят торжественную клятву. Расценивая внесение государственной службы как выражение особого доверия со стороны общества и государства, осознавая свою высокую ответственность перед народом Казахстана, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу. Сегодня приняла присягу государственного служащего Екатерина Тевкова. Эта работа привлекает девушку своей ответственностью, в первую очередь перед собой и народом. Госслужащий должен быть ответственным, дисциплинированным обязательно, должен знать свою работу и уметь применять ее на практике. Работа меня привлекает тем, что я могу приносить пользу государству, приносить пользу народу. Я хочу повышать свою квалификацию, хочу обучаться дальше, чтобы у меня было дополнительное образование, чтобы развиваться в этой сфере. Каждому новобранцу по 20 или чуть больше лет. По словам руководителя областного департамента агентства по делам госслужбы, привлечению молодых специалистов уделяется большое внимание. Сегодня приняты на работу в Акимат города Петропавловска, в управление государственных доходов молодые люди с высшим образованием. Сейчас, кроме того, проводится именно работа по привлечению молодежи на госслужбу. Объявлен набор в региональный кадровый резерв. Вот у нас с 1 марта по 31 марта идет прием документов. Сейчас порядка 140 заявок поступило. Из них 90 кандидатов уже допущены для дальнейшего участия. По итогам отбора 15 лучших кандидатов будут работать в госорганах региона. Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК.